По заснеженному ипподрому в Рованиеме резко бегут рысаки. Здесь проходит первое в истории финской Лапландии соревнование Arctic Horse Race. Рованиеме находится рядом с северным полярным кругом. Зимы здесь долгие и холодные. Наша зима длится почти полгода, поэтому к таким условиям мы привычны. Самые трудные для меня бега проходили при минус 28 градусах. Конечно, не очень приятно на таком холоде. И наездник, и лошадь немножко замерзают. В бегах участвуют 12 рысаков. Их ждут 3 заезда. Победит тот, кто наберет больше очков. На соревнования приехали наездники в основном из скандинавских стран. Но есть и участник из США. Все немного иначе в этой холодной Финляндии, но я рад участвовать. У меня нет опыта в бегах по снежной трассе, которую здесь называют ледяной, но мне будет интересно. Для арктических бегов лошадей подковывают специальными подковами с металлическими шипами. Так меньше риска поскользнуться. В условиях холода также меняется стратегия наездников. Нужно быть осторожнее со скоростью. Если в зимнее время сразу ехать быстро, то лошадь устанет, и ей будет трудно добраться до финиша. Первые бега рысаков в упряжке прошли в России в конце 18 века. Потом их стали проводить по всему миру. Но первоначально рысаков испытывали под седлом. Такие соревнования проходили в Нидерландах уже в середине 16 века. Арктические бега в Рованиеме организовали, чтобы привлечь в город еще больше туристов, а также заинтересовать людей этим видом спорта.